сейчас я учусь в Корейском университете на языковых курсах. Мне постоянно приходится изучать огромное количество слов и это все запоминать. И так как у нас по 4 пары каждый день, приходится очень-очень много запоминать слов вместо того, чтобы эксплорить Сеул. И поэтому за 3 месяца, пока я в Корее, я успела сходить только на самом деле такие супер мейнстримные какие-то улицы, места, так как постоянно занята учебой. Собственно, и логично, потому что моя изначальная цель приезда в Корею — это была учеба. Но как бы я надеялась, что все-таки время будет. В итоге времени никак вообще абсолютно нет. Недавно для экзамена мне пришлось изучать историю Кореи для того, чтобы не провалиться на промежуточном экзамене. Так что хочу поделиться с вами своим новым лайфхаком. Это summary от права полушария интроверта, где за пару часов эксперт рассказывает все по нужной вам теме, и вам не придется тратить время, чтобы ресерчить всю информацию самостоятельно. Я слушаю summary фоном, как подкаст, и при этом занимаюсь своими делами. То есть я буквально гуляю по новым местам Сеула, одновременно готовлюсь к экзаменам. Это очень круто. После прослушивания я прохожу тесты, чтобы убедиться, что я все точно запомнила. И да, summary есть буквально на каждую тему. Вам нужно подготовиться к экзамену по философии. Пожалуйста, вам поможет summary «История философии». Экзамен по истории. Держите summary «Вторая мировая. История величайшей катастрофы». Тут даже есть summary по литературе. Эксперты рассказывают о сложных вещах просто с помощью мемов, а сами видео длятся всего 20 минут. А также summary можно смотреть на всех устройствах. Компьютере, планшете или телефоне. В подвешенном состоянии я могу... Oh my gosh, ребятки. И у ребят есть супер крутое приложение. В приложении есть очень крутые штуки, которые я еще абсолютно нигде не встречала. Это шпаргалки, тесты, конспекты для повторения перед экзаменом. И даже кольца активности. А также можно заранее скачать summary и слушать видео с выключенным экраном и без интернета. В общем, огромное количество фич для студентов. Так что огромное спасибо интровертам, что они помогают упрощать жизнь, чтобы успевать не только учиться, но и жить. Кстати, подписка стоит всего 300 рублей. По моему промокоду вы получаете бесплатный доступ на целый месяц и сможете круто подготовиться к экзаменам. Так что можете оформлять подписку по ссылке в описании, либо же по QR-коду. Введите мой промокод и смотрите summary интровертов целых 30 дней бесплатно. И предложение действует только для новых пользователей. Всем приятного просмотра! Boys don't cry. Пупи, пупи, пара-пара. Всем-всем огромный привет. Мы сегодня собрались очень даже вовремя. Сегодня суббота, мы отучились всю неделю. У нас была вся неделя в экзаменах. Наконец-то мы можем пойти погулять, отдохнуть. Не делать дезы, но завтра все равно придется делать дезы, писать эссе. В общем, мы ждем 2.5 часа. Да, все опаздывают на 2.5 часа. I'm management. Я сегодня с самого утра хожу, убираюсь. Я вымыла кухню, прям выдраила всю кухню. Постирала очень-очень много вещей. У нас просто весь второй этаж завешен в вещах. Застирала подушки на диване, выстирала их. Ну, я мать в этом доме. У нас еще очень-очень много полароидов накопилось и фотографии с фотобуток, которые мы еще никак не можем повесить. Вот, так что пока ждем ребят, сейчас повесим полароиды. И closeter. Вчера я допроколола вот здесь и сменила сережки. Сегодня я хочу орбитал на браво вообще проколоть. Ну какие мы? Какие? Подключение к машине.
обмен. Запись, видишь? Аннёсайо, Юрубун, today we gonna make a vlog. Из всех типов вас, которые мы выпустили, это самая вкусная, но дорогая, поэтому я не хочу ее в следующий раз еще раз кушать. Тартар хочу. Да, но я не люблю, но что-то то, что ты хочешь, тебе можно сходить. Тартар. Сначала тартар, а потом пасту. Это... Что? Это похоже на гнома из Gravity Falls. Мы на диете. Сегодня мы кушаем пасту и вафельку. Она не похожа на как все. Потому что она уё... Даша это не вырежет. Пока Даша ушла, мы скажем, что это хуйня ебаная. Мы не привыкли к такой жизни просто. Это хуйня ебаная. Ладно бы 2000 стоило. 18 тысяч. You don't like it? Really? Oh god. You don't like this it? This is that? My favorite. My favorite too. Всем привет! В общем, сегодня я хотела более-менее полноценно отснять влог, но у меня как обычно были травлы, я 2 часа бегала по своей станции метро, искала, где я смогу снять деньги. В итоге у меня не получилось снять деньги, я опоздала в больницу. Повезло с тем, что там был русский координатор, который мне совсем помогал и переводил, потому что моего уровня еще далеко не хватает для того, чтобы спокойно все понимать. Делали прививку, у меня теперь очень кружится голова, но сейчас уже полегче. Я сейчас на Каннаме, в районе Каннама. Я здесь первый раз, поэтому думаю, что нужно немножко прогуляться. А ты видел, кстати, это интро? Is your body next to me on rainy days? Just
just need your company, don't need too much. Just your simple love and it's everything. The simple joy of hearing your voice. Every morning I wake to a kiss on my face. So I don't need too much. Just your simple love and it's everything.